Мангыстауские чиновники в центре скандала. В Мунайлинском районе похищены 37 миллионов тенге. Деньги должны были пойти на развитие объектов образования. Финансовая полиция завела уголовное дело на начальника и сотрудников районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства, а также на представителей одного из ТО области. Схема была продумана до мелочей. С 2012 по 2013 годы мошенники подписывали фиктивные акты выполненных работ, а деньги шли в карманы чиновников. Эти суммы выделялись в рамках государственной программы развития объектов образования. Нами возбуждено уголовное дело по статье присвоения или растрата вверенного чужого имущества. В настоящее время ведется следствие, поэтому разглашать иную информацию я не могу. Отмечу, что мы выясняем, кто еще был задействован в этой преступной цепочке.